Американские астронавты молчат об НЛО под страхом в обвинении и разглашении военной тайны. Снимки с марсианских спутников не всегда попадают в печать. Агентство НАСА играет в прятки с инопланетянами. Что это, досужий вымысел или вопиющие факты? Судить вам. Сегодня в программе «Дневники НЛО». Космические тайны НАСА. Монтаж Брайан Кеслер. Оператор Майкл Робинсон. Художник Джо Стетич. Композитор Роджер Лэмпсон. Сценарий Ли Эрик Шеклфорд. Продюсер Алан Педерсон. Режиссер Дуг Кэмпбелл. Дневники НЛО. История освоения космоса началась в 1961 году, когда Юрий Гагарин прокатился по орбите Земли на ракете «Восток-1». Вслед за ним на трассу вышел американец Алан Шепард на корабле «Меркурий», и космические гонки начались. Президент США Джон Кеннеди был вдохновителем самого смелого проекта конца 60-х годов — высадки американского экипажа на Луну. Not because they are easy, but because they are hard. В июле 69-го лунная прогулка состоялась, после чего американское космическое агентство НАСА было признано ведущим мировым авторитетом в освоении космического пространства. Это те парни, которые скоро расскажут нам о существовании инопланетного разума. Так рассудили земляне. Считалось, что в космосе полным-полно НЛО. Первые космонавты часто говорили о встречах с ними. Рассказывает Джордж Кнепп, журналист-уфолог. Вернувшись на Землю, Юрий Гагарин заявил: «Я видел их собственными глазами. Они невероятно сильны. Я смог бы описать их, но мне запрещено это делать». Разрешения он так и не дождался. Будущие американские астронавты наблюдали НЛО еще до выхода в космос во время пробных полетов в высших слоях атмосферы. Вики Купер Экер, редактор журнала НЛО. В начале 60-х, во время испытаний реактивных самолетов X-15, в задачу летчиков входило изучение неопознанных летающих объектов. Тогда НЛО ни для кого не были секретом, не то что сейчас. Известно, что один из пионеров в освоении космоса, Гордон Купер, навигатор кораблей «Меркурий» и «Джемини», открыто говорил об НЛО. Он даже пытался доказать их существование. Мы парим на таких высотах, где еще не бывал человек, а потому мы обязаны установить, что за существа летают мимо нас по околоземной орбите. Простите, мистер Купер, но там же нет кислорода. Гордон Купер даже написал письмо в ООН. В нем говорилось, что он видел неопознанные объекты, которые считает внеземными летательными аппаратами. А потом он вдруг замолчал и лет 20 даже не вспоминал о них. Отчего же замолчал Гордон Купер? От того ли, что его рассказам никто не поверил? И не кажется ли странным, что летчик-астронавт экстракласса впал в немилость у своего руководства, едва заговорив на эту тему? Многие уфологи считают, что Гордону Куперу и его коллегам приказало молчать агентство НАСА.
Роберт Дин, исследователь и аналитик. Агентство НАСА стало откровенно высмеивать своих же навигаторов. Стоило только ребятам, вернувшись из космоса, лишь заикнуться об НЛО, НАСА попросту затыкало им рот. Причем иногда дело доходило до прямых угроз. Если это действительно так, то складывается приблизительно такая картина. НАСА посылает летчиков исследовать высшие слои атмосферы, затем в открытый космос. И повсюду они сталкиваются с НЛО, о которых одно время говорят открыто, а потом вдруг замолкают. Когда я собирал материалы об НЛО, пресс-служба НАСА предоставила мне адреса американских космонавтов. Я писал всем подряд, но прежде всего тем, чьи имена всплывали в связи с НЛО. Причем задавал один и тот же вопрос. Это правда? Но мне никто не ответил. Никто даже не обозвал меня кретином. Не было вообще никакой реакции. Людям, работавшим в космических проектах, запрещено распространяться на эту тему. Хотя всем известно, что в открытом космосе неоднократно наблюдались неопознанные объекты. Космическое агентство обладает неограниченными полномочиями федерального уровня, вплоть до заключения в тюрьму. Вступил в контакт с инопланетянами, добро пожаловать в психушку. Возможно, у агентства НАСА действительно есть рычаги воздействия на астронавтов, хвастающихся тем, что у них на хвосте висела летающая тарелка. Хотя по закону пресс-службы НАСА должны сообщать о любых космических феноменах, в том числе и тех, что подтверждают существование инопланетян. Больше всего на свете в НАСА боятся слова «внеземной». Чтобы замаскировать свои истинные цели, они поспешно переименовали проект «Поиск внеземного разума» в сканирование с высоким разрешением. Агентство продолжает упорно отрицать возможность контактов с инопланетянами. Может, оно просто играет с ними в прятки? А иначе зачем же хранить в секретных папках досужие вымыслы космонавтов, малость одичавших на орбите? Или, напротив, утаивать реальные факты, о которых пока лишь догадываются миллионы землян? Словом, к чему задергивать шторы, когда на дворе и так кромешная тьма? Доктор Ричард Хайнс, уфолог. Сейчас многие говорят о том, что власти скрывают правду об НЛО. Если это так, то под маской НЛО, скорее всего, скрывается новейшая технология, которую пока предпочитают держать в секрете. Мифы всегда создавались на самом Олимпе. Но если это на самом деле пришельцы, то власти просто спасовали перед фактом их превосходства над нами. Значит ли это, что молчание НАСА является затишьем перед грозой космической битвы? И что на орбите Земли, осажденные инопланетянами, уже выстраиваются в боевой порядок шаттлы. Кстати, однажды НЛО чуть не поссорило страны НАТО и Варшавского договора. Невероятно, но факт. Агентство НАСА именем науки покоряет Луну, и оно же обвиняет уфологов в ереси. Другое дело, если речь идет о разработке сверхсекретного оружия, тут все ясно как день. Известно, что НАСА — организация полувоенная, и служат в ней люди в основном военные. Значит, у нее должны быть свои военные тайны. Может быть, НАСА просто не хочет, чтобы известные ей факты стали достоянием общественности? Уфолог Роберт Дин, служа в войсках НАТО, приобщился к этой тайне. During his tour of duty in the NATO armed forces.
В 63-м году я был приписан к ставке Объединенных сил НАТО в Париже, где и узнал об одном исследовании, начавшемся в 1961 году. Отношения с Советским Союзом были в то время крайне напряженными. Мы находились на грани военного конфликта, и одной из причин тому были странные серебристые диски, время от времени пролетавшие над территорией Советов и зоной Варшавского договора. Они проносились с огромной скоростью на недосягаемых высотах. Какое-то время Советы принимали их за происки НАТО, а мы, в свою очередь, за советских шпионов. Но вскоре стало очевидным, что ни одна из сторон не владеет секретами подобной технологии. Вопрос об участии третьей стороны так и повис в воздухе. По данным Роберта Дина, правительственные ученые пришли к выводу о внеземном происхождении летающих дисков, а также свели к нулю шансы победить их в боевых условиях. Мне кажется, что сегодня отдельные представители власти знают об НЛО гораздо больше всех уфологов вместе взятых. На протяжении 50 лет нас кормят всякими байками. И это уже не смешно. Мировые державы узнали о пришельцах в начале 60-х. Отсюда следует, что первые космонавты были заранее подготовлены к такого рода встречам. Означает ли это, что агентство НАСА стало двуликим уже в то время? По мнению уфологов, жертвами политики умолчания стали не только космонавты, но и космические спутники. Загадочные рисунки, обнаруженные на поверхности Марса американским спутником «Викинг», породили отчаянные споры в научном мире. Многие ученые обвиняют НАСА в умышленном сокрытии фактов, доказывающих, что эти шедевры были созданы инопланетной цивилизацией. Профессор Стэнли МакДэниел, автор книги «Отчет МакДэниел». Есть подозрение, что НАСА боится лишиться государственного финансирования, если еще раз допустит хотя бы намек на существование в космосе артефактов внеземного происхождения. Марсианские рисунки вряд ли можно назвать капризом природы. Однако представители НАСА упорно придерживаются этой версии, полностью отказав инопланетянам в архитектурных способностях. Стэнли МакДэниел, тщательно изучив фотографии марсианского портрета, пришел к выводу, что НАСА явно чего-то не договаривает. Ученые НАСА, отстаивая свою версию, построили цепочку ложных доказательств, причем настолько хлипкую, что она не выдерживает критики серьезных исследователей. Но только НАСАвцев все равно не переубедишь. Споры разгорелись вокруг снимка с изображением человеческой головы протяженностью в целую милю. Службы НАСА утверждают, что это был оптический обман, который исчез при повторной съемке. 17 лет подряд в НАСА твердили о некой фотографии, которая разоблачает причудливую игру светотени. На самом деле такой фотографии не было, и совсем недавно им пришлось в этом признаться. Как могли люди, посвятившие себя изучению иных миров, скрывать подобное открытие? Программируемый спутник Mars Observer, запущенный в 1992 году, был призван окончательно развеять все оптические и неоптические обманы. Но на подходе к Марсу на спутнике внезапно обнаружилась неисправность, и связь прервалась. Однако ряд уфологов считают, что на самом деле спутник цел и невредим, и что это очередная уловка космического агентства, стремящегося любой ценой сохранить свои тайны. НАСА и раньше не допускало передачи со спутника в прямой эфир.
Чаще всего они заставляют монтажеров хорошенько поработать над пленкой. Но даже самая бдительная нянька, и та нет-нет, да и вздремнет. На странице дневников НЛО попал потрясающий фрагмент, переданный с борта шаттла по кабельному телевидению США. Космические челноки, рабочие лошадки американской астронавтики, прокатившие по орбите Земли добрую половину всех космических экипажей. Запуская новые спутники и чиня старое орбитальное оборудование, шаттлы из года в год передавали на Землю свои рабочие видеоотчеты, фрагменты которых, по утверждению уфологов, подтверждают существование пришельцев. Пару лет назад полет одного из шаттлов транслировался в прямом эфире. Когда появились НЛО, камеры оставались включенными. И многие успели отыскать кнопку записи на своих видеомагнитофонах. Трансляция шла через селектор НАСА по одному из кабельных телеканалов США. НАСАвцы, должно быть, рвали на себе волосы от отчаяния, поскольку с их же собственной подачи телезрители наконец-то увидели НЛО. Возможно, это были корабли пришельцев. Многие специалисты, следившие за передачей, решили, что на шаттл напали НЛО. Однако чиновники из НАСА объяснили происходящее выбросом отработанной воды, мгновенно заледеневшей в открытом космосе. Представитель агентства НАСА. Попадая под струю выхлопных газов, осколки льда начинают двигаться хаотично, разлетаясь в различных направлениях. Мы уверены, что доктор Джек Кейшер скажет вам то же самое. Это обыкновенный лед и ничего больше. Джек Кейшер, профессор физики Университета штата Небраска. Я взял за основу предположение экспертов НАСА и попытался доказать, что это действительно были фракции льда. Я проверил углы перемещения, показатели скорости. Ничего общего со льдом. Понимаете, такие вещи давно изучены, и теперь их преподают в школе. Это не могли быть и метеориты, или спутники, так как они двигаются с линейными скоростями. Значит, это были НЛО. Остается лишь уточнить происхождение этих управляемых аппаратов, находившихся, кстати, на расстоянии примерно в 15 километрах от шаттла. Скажу вам однозначно, оно внеземное, поскольку такое ускорение не вынесет ни один землянин. Если доктор Кейшер прав, и НАСАвские льдинки есть не что иное, как инопланетные корабли, то нашумевшая запись предстает в совсем ином свете. Например, что означают эти тонкие белые нити, что тянутся к одному из объектов? Только то, что космический корабль попал под обстрел, а НЛО маневрируют, избегая столкновения с ракетами, и им это хорошо удается. В середине 70-х началась разработка программы СОИ, якобы для защиты от советских ядерных ракет. Возможно, это было лишь прикрытие для начала тайной войны на околоземной орбите. Если наша версия случившегося на шаттле окажется верной, то у нас появится твердое доказательство посещения Земли инопланетянами, которые, кстати, шутя, уходят от нашего сверхсовременного оружия.
Не здесь ли разгадка космических секретов агентства НАСА? Может быть, звездные войны уже начались, и мы об этом ничего не знаем? На сегодня ситуация такова. Группа уфологов почти бездоказательно обвиняет всемирно известное космическое агентство. Но что, если доказательства обнаружатся? Если НАСА действительно скрывает вопиющие факты о пришельцах из иных миров? Может быть, тем самым оно пытается предотвратить всеобщую панику? Только что мы видели, как на орбите Земли применялось оружие. В другом фрагменте той же видеозаписи камеры НАСА следят за передвижениями какого-то странного объекта. После увеличения он оказался очень похожим на одну из известных разновидностей НЛО — летающий треугольник. В кадре было несколько таких объектов, и, очевидно, операторы НАСА специально следили за ними. Над нашими головами кружат целые стаи НЛО, а мы до сих пор считаем их милыми побосенками. Их так много, что камерам шаттлов буквально некуда от них деться. Этот снимок был сделан 10 лет назад, а этот немного позднее. Что за странные предметы принеслись перед камерами шаттла в марте 1994 года? После нашумевшей истории с нападением на шаттл, НАСА прекратила показ своих видеорепортажей по телевидению. Apparently, as a result of these space shuttle videotapes. After NASA went through. У НАСовцев просто истощилась фантазия. Они не смогли придумать ничего более умного, как просто прекратить трансляцию передач с шаттлов. There is no longer live telecasts from shuttle launches. Why? В чем же причина сокрытия фактов присутствия инопланетного разума на орбите Земли? Скорее всего, в результатах исследования, проведенного по заказу НАСА еще в начале 60-х годов. НАСА заказала Бруклинскому институту прогноз комментарий относительно тех перемен, которые произойдут с человечеством после знакомства с инопланетянами. Ученые пришли к печальному результату. Контакт с высокоразвитой инопланетной цивилизацией приведет к разрушению наших социальных институтов. В нашей истории немало примеров, когда целые культуры приходили в упадок при столкновении с ранее неизвестными социальными образованиями. У меня нет стопроцентной уверенности в том, что власти скрывают правду об НЛО. Зато я уверена в том, что, узнав о существовании более развитой цивилизации, нам было бы нелегко пережить это. Что же на самом деле знают в агентстве НАСА об инопланетянах? Возможно, когда-нибудь мы получим окончательный ответ на этот вопрос. Но уже в следующих сериях программы «Дневники НЛО». Программа дублирована на студии Tutti Records по заказу студии U7 TV.